Наша балдас Анастасия, ученица 6 класса МБОУ СОЖ номер 18 города Ставрополя. Народная баллада о герое. Жил в Ростове Витя Черевичкин. В школе он отлично успевал. И в свободный час всегда обычно голубей любимых выпускал. Голуби, мои вы милые, улетайте в облачную высь. Голуби, вы сизокрылые, в небо голубое унеслись. Юность, ты пришла с улыбкой яркой. О, моя любимая страна! Жизнь была счастливой и прекрасной, но внезапно грянула война. Дни пройдут, победа красной птицей! Разорвем фашистский черный шквал! Снова буду в школе я учиться, так обычно Витя напевал. Но однажды мимо дома Вити шел отряд захватчиков зверей. Офицер вдруг крикнул: «Отберите у мальчишки этих голубей!» Мальчик долго им сопротивлялся, он ругал фашистов, проклинал. Но внезапно голос оборвался, и убит был Витя наповал. Голуби, мои вы милые, улетайте в облачную высь. Голуби, вы сизокрылые, видно, сиротами родились. Голуби, вы сизокрылые, в небо голубое унеслись.